Итак, всем доброго времени суток, дорогие друзья, и сегодня у нас опять вопросы от наших пользователей. Они бывают разные, странные, не очень странные и очень интересные, знаете ли. И бывают еще умные вопросы. Иногда. Вот, и сейчас мы незамедлительно, конечно же, приступим их зачитывать и постараюсь даже на них ответить. Начнем с первого вопроса, нам пишет Игорь. Здравствуйте, хотелось бы услышать ваше мнение в следующем вопросе. На курсе ААС, он подразумевает оральные анаболические стероиды. Или подождите, оральные анаболические стероиды? Кажется так, по-моему. Не помню уже. Так, нужно ли потреблять больше макронутриентов и насколько? Или придерживаться калькулятора вашей программы? Ну, во-первых, если ты набираешь массу, то, конечно же, чем больше съел, тем лучше. Если ты на диете, то чем меньше съел, тем лучше. Ну, а потреблять определенное количество макросов, ну, как бы, тут для каждого разная норма, поэтому у нас на сайте есть калькулятор подсчета калорий, белков, калорий, белков, углеводов и жиров. И, соответственно, вот там тебе калькулятор выдаст, и все это, значит, потребляй в определенном количестве. Вот, можешь и сам даже посчитать, понаходить в интернете формулы всякие разные есть, поэтому как бы с этим проблем нету. Поехали дальше. Следующий нам пишет, пишет Ширзот. Здравствуйте, можете мне про периодическое голодание объяснить? Для сушки тела подходит или нет? Ну, смотря какое периодическое голодание, потому что есть всякие там какие-то сумасшедшие вариации, голодание по 2 недели там и еще что-нибудь там невероятное. Вот, вообще, в принципе, однодневное голодание, ну, вообще допустимо. Также допустимо, скажем, такое периодическое голодание, когда ты там 1-2 раза в сутки ешь. Тоже можно. Но очень долго сидеть голодать крайне не рекомендую, потому что это большой стресс для организма, и вообще это не очень хорошо для организма, и разные люди по-разному переносят голодание. Для одних это как бы, ну, легко дается, а для других как бы не очень. Поэтому тут как бы очень индивидуально все. И нужно осторожно к этому вопросу подходить. Потихоньку, так сказать, пробовать голодать. Если вам подходит, ну, голодайте. Если не подходит, то ни в коем случае не надо, потому что там гипогликемия и все остальное, ну, как бы не очень хорошо для вашего состояния будет. Так что будьте с этим аккуратны. Так, пишет нам следующая Марина. Подскажите, пожалуйста, белковую диету, чтобы лучше улучшить внешний вид кожи. Ну, специальных диет каких-то особых не существует. Для того, чтобы кожа нормально себя чувствовала, нужно потреблять белок, жир. Соответственно, добавки, БАДы нужно потреблять, тут же коллаген, допустим. Да и чё далеко ходить вообще, как бы ездить в какие-то там спортивные магазины, покупать непонятную продукцию, если можно просто даже обычный желатин есть или продукты желатин содержащие, и все у вас с кожей будет в порядке. Вот, поэтому как бы таких диет, если честно, даже на этот вопрос как бы и не задумывался о том, что есть какие-то специальные, возможно, они и есть, да, специальные диеты, разработанные для улучшения состояния кожи. И, скорее всего, они работают, некоторые из них. Сам на себе проверял, допустим, у меня очень частенько бывает сыпь кожи. Кожа очень чувствительная ко всем, значит, внешним факторам. Ну вот, когда сажусь на жесткую диету и такую, значит, очень-очень постную, сыпь проходит. То есть жирные диеты мне как бы не то чтобы не подходят, ну как бы вот... Ну, жрать-то хочется, блин, поэтому как бы люблю и сладости поесть, и жареную картошку поесть, и как бы приходится выбирать, или жареная картошка, или в прыщах ходить. Ну, как бы, выбор, по-моему, очевиден, жареная картошка. Так, поехали дальше. Кто нам пишет? Кирилл нам пишет. Здравствуйте. А как при работе с весами можно уменьшить влияние на кости и суставы? Никак ты не уменьшишь влияние на кости и суставы. И методик никаких не существует. И какие-то специальные тренажеры тебе не помогут уменьшить этого влияния.
не так, а не вот так, а никак. Ну, как ты, блин, левитировать, что ли, собрался этот вес? Или что? Что-то же подымать по-любому же нужно усилие какое-то делать. Движения какие-то делать специальные. То есть, ну, никак. В принципе, ты не сможешь уменьшить влияние гравитации, вообще физики на твои кости и суставы. Поэтому не заморачивайся по этому поводу. Ну, а если у тебя есть какие-то болячки, ну, как бы написал бы. Вот и в вопросе, что у тебя там что-то может быть не так. Так что предполагать мы тут не будем. Вот. Будем ждать развернутого вопроса от Кирилла. Никита нам пишет. Здравствуйте, можно ли заниматься 7 дней в неделю? И будет ли от этого эффект, если не использовать спортпит? Во-первых, начнем с уточнения, что спортпит — это просто еда. Обычная жрачка, как молоко, творог и все остальное. То есть ничего сверхъестественного там нет. А, вот. Ну, а тренироваться так часто, ну, это как бы не очень хорошо для здоровья. Ну, поначалу, как бы, может быть, ты будешь себя чувствовать нормально и восстанавливаться даже будешь. Но на длительном периоде, там, времени каком-то, ну, это, в общем, не очень хорошо. Так что желательно, конечно же, тренироваться там 3-4 раза в неделю, можно 5 раз в неделю. Иногда делать перерывы в тренировках, отдых 1 или 2 недели. Также делать можно, чередовать, допустим, тяжелая или и легкая тренировка. Ну, как-то вот так. Так, следующее нам пишет Алиночка. Добрый день, я Алина. Ну, как бы я уже понял по нику твоей страницы, как бы он высвечивается. Мой вес 50... Я Алина, мой вес 58 килограмм, рост 164. Хочу хороший животик. Ну, спортом долго качать. Какой-то странный поток, значит, слов без запятых и точек вообще. Животик, ну, спортом долго качать. Спортом долго животик качать. Понятно. Не подскажете, как сделать протеин? С ним же, насколько знаю, быстрее будет. Ух, и странная манера написания вообще, какая-то ужасно витиеватая, я чуть себе мозг не сломал. Во-первых, блин, как сделать протеин с ним же? Ну, сделать... Зачем делать домашний протеин, мучиться? Ну, в принципе, можно, если есть ингредиенты, и они постоянно в достатке. Ну, пожалуйста, у нас на сайте есть рецепты и все остальное. И у меня на сайте тоже есть рецепты. Вот, а вообще можно не заморачиваться, купить обычный протеин и не париться, собственно, заколачивать. Это все очень быстро можно делать и быстро выпивать. Но похудению сам протеин, он не способствует, как бы. Способствует этому диета. И спорт, конечно же. Поэтому очень быстро пресс сделать без спорта и диеты никак не получится. Так что тут как бы придется немножко поработать и телом, и, значит, силой воли. На диете посидеть. Так, следующий нам пишет Амина. Нет, следующий я. Ой. Здравствуйте, я очень хочу сбросить вес. Уже второй день на диете сижу. Чего? А, вешу 43 в 10 лет, рост 156. Как мне быстрее сбросить вес? Хочу примерно 37. Зачем тебе вес сбрасывать? 10 лет всего, ну как бы, блин, 43 килограмма, 156 рост. Ну это как бы нормальный вес. Ну и за 2 дня, тем более на диете, как бы особо там сподвижек никаких не будет. Ну максимум там 0,5 килограмма можно скинуть, если так постараться. То есть, ну, я лично не рекомендую тебе сейчас худеть там или что-то подобное делать. Так что лучше чуток подождать, тем более вес как бы нормальный. Зачем? Зачем? Так, следующий нам пишет Олег. Мне 15, я вешу 62 килограмма. Но во мне большой процент жира. Какое мне пить спортивное питание? И какой лучше выбрать протеин? И мне сначала лучше набрать массу, а потом похудеть или наоборот. Ну, сначала надо было написать, какой у тебя рост, потому что, не знаю, может, ты там 1,60 м весишь, а у тебя 60 килограмм веса. Но это как бы тоже нормальный вес для твоего роста будет. Вот, но если ты там 1,40 м и 62 весишь, тогда уже перебор по весу. Вот. Ну, а как бы, опять же, протеин — это обычная еда, он никак тебе не поможет в том, чтобы достичь своих каких-то особых там целей. Лучше уже взять креатин,
А вот, что там еще есть у нас за добавки такие, которые помогают в весе набирать. Хотя можно, в принципе, и без особой добавки. А, и можно, кстати, пивные дрожжи еще. Креатин, пивные дрожжи взять. Вот, и хорошенько налегать на еду обычную. Вот, это если вес набирать, лучше набрать массу. Вот, ну, если у тебя, допустим, рост 1,70 м, и ты 62 весишь, тогда у тебя недобор в весе, и худеть тебе сейчас не надо. Тебе лучше вес набирать до килограмм 75-80, и потом уже худеть. Потому что если ты сейчас начнешь худеть, то как бы жира много, он-то весь сойдет, но ты, блин, будешь как облезшая курица, очень-очень худой. Поэтому при большом росте и таком весе лучше набирать. Если у тебя вес небольшой и такой вес, ну, как бы можно, да, и рельеф строить. Вот, на диетку сесть. Так, поехали дальше. У нас пишет нам Магомед. Здравствуйте. Gainer Special Mass и Protein Whey Gold Standard. Можно вместе пить для набора мышечной массы с туриком. Конечно, можно их вместе мешать. Но если у них вкус одинаковый, тогда можно. Если разные, ну, как бы так себе занятие будет. Вот, а вообще, ну почему? Все спортивное питание фактически, да и не только питание, можно мешать вместе и не заморачиваться, там что-то разделять, не это самое. Конечно, можно. Так, следующий нам пишет Василий. Здравствуйте, можно ли пропионат и станозолол набирать в один шприц? Ни в коем случае станозолол и пропионат набирать в один шприц нельзя, потому что станозолол — это суспензия на воде, а пропионат, как правило, делают на масле. Хотя он тоже есть на воде, кстати. Воду с водой, запомните, мешать можно, а масло с водой мешать нельзя ни в коем случае. Категорически запрещено. Масло мешать только с маслом, воду только с водой. Все. И это почти ко всем лекарствам относится. То есть фактически все лекарства можно смешивать вместе. Но обязательно прочитать аннотацию. Если там написано, что с каким-то препаратом мешать нельзя, то как бы вот мешать нельзя. Вот написано, значит, и как бы так и делаем. Поехали дальше. Турпал нам пишет. Станозолол молочковый, какой курс? Можно ли колоть по бокам? Ну, в живот. Подкожно ставить нельзя. Вот, курс, кстати, у нас можешь на сайте у нас посмотреть, у меня на сайте тоже есть курс станозолола, вот. Колоть его только внутримышечно, если это таблетки, то только орально принимать, вот, и как бы, ну, в общем, я уже ответил, думаю, ясно и понятно, подкожно ставить ни в коем случае нельзя. Ну, а если это масса, допустим, какой-нибудь тестостерон ставить, ну, подкожно ставить его бесполезно, потому что он тупо вытечет. Так. Кто там у нас? Следующий. Максим пишет. Здравствуйте. Принимаю стан. Насколько знаю, должен подсушить и рельефнее тело стать. Но набрал пару кило. Что не так? Во-первых, стероиды не сушат. Во-вторых, сушит только диета. Поэтому вот так вот. Следующий нам пишет Александр. Здравствуйте. У меня слишком большой рост для бега. Для бега на средние и длинные дистанции. Нужен рост 170, а у меня 190. Как быть? Можно ли уменьшить свой рост? Ну, на данный момент я никаких таких методик специальных не знаю, чтобы уменьшить свой рост. Разве что только с возрастом он уменьшается, и все. Следующий нам пишет Сергей. Можно ли набрать массу без профицита калорий? Нет, нельзя. Ну и все на этом последнем замечательном вопросе от Сергея, тезки, кстати говоря. И закончим наше сегодняшнее видео. Так что надеюсь, оно было информативным, ясным и понятным для вас. Ну и кого-то, может быть, даже позабавило. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. До скорых встреч. Пока.